некоторые легенды утверждают, что Юки Онна, ассоциируемая с зимой и невыносимыми холодами, дух девушки, навеки сгинувшей в снегах. Ее имя значит на японском «снежная женщина». Юки Онна появляется в снежные ночи как высокая статная дева в белом кимоно с длинными черными волосами. Ее с трудом можно заметить на фоне снега благодаря нечеловечески бледной, почти прозрачной коже. Несмотря на эфемерную красоту, глаза Юки Онна вселяют ужас в смертных. Она плывет по снегу, не оставляя следов, и может превращаться в облако тумана или снега. Согласно некоторым поверьям, у нее нет ног, и это особенность многих японских призраков. Природа Юки Онна варьируется от сказки к сказке. Иногда она просто довольствуется видеть жертву умирающей. Чаще же она вампир, жестоко убивающий мужчин ради их крови и жизненной энергии, иногда она выступает в роли суккуба. Во многих историях Юки Онна появляется, когда путешественники блуждают в метели. После ее ледяного, как сама смерть, дыхания или поцелуи, путники остаются лежать безжизненными окоченевшими трупами. Другие легенды наделяют Юки Онна еще более кровожадным и жестоким характером. Она порой вторгается в дома, дуя на дверь с силой бури, чтобы убить всех обитателей дома во сне, однако некоторые легенды гласят, что она сможет войти в дом и нанести вред людям, только будучи приглашенной внутрь в качестве гостьи. В японском фольклоре есть история о том, как Юки Онна является обычному человеку, и после этого в его дом приходит очень красивая девушка, которая затем становится его женой. Она заботится о муже, воспитывает вместе с ним детей. Если случайно или намеренно муж узнает, что его супруга на самом деле Юки Онна, после этого она будет вынуждена покинуть его навсегда.